Профессиональный праздник отмечают 12 мая медицинские сестры. Идея празднования этого дня была высказана еще в 1953 году, но отмечаться он стал с 1965 года, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия. Она старательно выводит формулы в тетради и внимательно слушает преподавателя. В зачетке только четверки и пятерки. И о том, что не упустила возможность выучиться на медсестру, первокурсница Алина Гловацких ничуть не жалеет. Профессия сложная, но интересная. Я уже научилась ставить уколы. Мы в этом году уже в июне-июле у нас будет практика. Сейчас она закончила производственная, учебная практика закончилась, сейчас будет производственная. То есть мы пойдем в окружную больницу, и там уже нам старшие медсестры, которые там работают, они уже нам будут все это показывать наглядно. Я уже себе морально подготовила, что и чувствую, что я с этим должна справиться. Точно так же несколько десятилетий назад подумала и Тамара Филатова. Тогда еще будучи девочкой в фельдшерско-акушерском пункте поселка Индиго, глядя на свою тетю Тамара Павловна, решила, будет помогать людям. Запомнился один случай, когда вот пришла бабушка старенькая такая, как-то она очень охала, ахала. Тетя, кстати, ее звали тоже Тамара Ивановна Филатова. Вот, она как-то с ней поговорила по-доброму, давление померила, укольчик сделала. Бабушка ожила на глазах. Ой, милушка, спасибо, спасибо. И думаю, как это здорово помогать людям. Что вот люди приходят такие вот упадшие духами, все, и словом каким-то вот заботой погладила по плечику. Как это здорово. Сестринскому делу Тамара Филатова отдала большую часть своей жизни. Стаж по профессии 39 лет. Начинала с хирургического кабинета взрослой поликлиники, затем работала в отделении переливания крови. Последние же годы трудится в терапевтическом отделении Ненецкой окружной больницы старшей медсестрой. Работа кропотливая, много бумажной волокиты, а еще жесткий контроль за остальными медсестрами отделения. Впрочем, они не подводят, пациенты довольны. Отзывы самые замечательные, самые отличные, профи. Ну, просто никаких претензий нет. Уколы делают прямо вот комар тяжелее кусает. Всего в окружной больнице трудятся 310 медсестер и другой средний медперсонал. Все они сегодня принимают поздравления. Впрочем, многие из них профессиональный праздник встретят на посту. Работа у них такая. Алина Волочейская, Сергей Качегов, телеканал «Север».